Я буду говорить с вами о магии. И вы знаете, какие самые магические четыре слова? Я расскажу вам историю. Давным-давно в 30-м царстве, в 39-м государстве жил-был богатый купец, именитый человек. И было у него три дочери, все красавицы, но младшая лучше всех. Жила-была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, как никто на земле. Мать любила ее без памяти, а бабушка и того больше. Подарила она ей на день рождения красную шапочку. Давным-давно жили-были старик со старухой у самого синего моря. Закинул старик в море небо, ты поймал золотую рыбку. 5 лет назад я начала вести тренинги по ораторскому мастерству. А сейчас вы сидите здесь на ТЭДе, и мне уже никому из вас, наверное, не надо доказывать, что мало иметь хорошую идею, нужно уметь также ее грамотно оформить и красиво подать. А тогда, 5 лет назад, в разгар кризиса, 2008 год, когда я приходила к руководителям и предлагала провести у них тренинг по публичным выступлениям, они смотрели на меня стеклянными глазами и спрашивали, а ораторское это слово «орать»? А один был постарше, который считал, что если оратор, обязательно подлец. Вот чем ты лучше, красивее говоришь, тем меньше тебе стоит верить. Вот такие были стереотипы. Всего лишь 5 лет прошло, и ситуация изменилась кардинально. Люди научились делать слайды, очень многие хорошо выступают. Конференции вот такого уровня, международного уровня проводятся везде в нашей стране. Парадокс в том, что я все чаще, сидя в зале, как вы, слышу такие фразы и читаю твиты, ну вот очередной капитан очевидность. Спасибо, Кэп. Почему это происходит? Если 20 век был дефицитом информации, мы за нее охотились, готовы были платить большие деньги, то сейчас информация вообще не дефицит. Ее много, она везде, она бесплатна, и я думаю, что скоро нам начнут платить за то, чтобы мы что-то узнали. И вопрос, как в такой ситуации, когда все доступно и много, и лишнее, как не быть капитаном очевидности, как сделать так, чтобы вашу идею услышали, а еще лучше запомнили. И я задала себе этот вопрос и еще с большим энтузиазмом начала слушать разные выступления, ездить по конференциям по всему миру. И вот помню, как-то 2 года назад, примерно в это же время, я сижу на конференции TEDx в Лас-Вегасе. И практически на краешке стула смотрю и слушаю 15 выступлений футурологов, ученых, артистов, бизнесменов. Они выступают блестяще. День проходит на одном дыхании. Я возвращаюсь в отель, и вместо того, чтобы, как все нормальные люди, пойти в казино, пытаюсь выписать идеи, которые я запомнила, и понимаю, что запомнила 2 или 3 выступления. 2 или 3 выступления. И запомнила их именно потому, что люди рассказали мне историю, которая срезонировала, которая затронула. Историю, подобную той, что вы видели про Северный полюс. И я подумала, наверное, это решение. Но как это было, я себе не очень верю, поэтому я обратилась к науке. Оказалось, что есть такая наука, называется нейрофизиология, изучает она наш мозг, как он работает. Вот те выступления, которые вы часто видите, и, может быть, сами так выступали, когда человек приводит факты, 25 пунктов, почему хорош мой товар или моя идея, что происходит в нашем мозге, когда мы слышим факты, цифры, статистику? Оказывается, в нашем мозге есть 2 зоны, которые активируются. Зона Брака и зона Вернике. Это зона, которая отвечает за восприятие речи, ну и, собственно, за саму речь. То есть мы понимаем все, что нам говорят, и на этом все. Если нам рассказывают историю, что происходит? В нашем мозге активируются те зоны, которые отвечают за переживания, за то, чтобы мы испытывали эмоции, чувства,
переживали движения, чувствовали запахи, вкусы, образ, видели. И если история хорошо рассказана, то все это происходит. Практически весь наш мозг активируется. А что это значит для нас? Это значит, что если человек рассказывает свою личную историю, которую он переживал, и в его мозгу активируются эти зоны, то наш и его мозг как бы синхронизируются. Мы начинаем понимать, что человек чувствует, его картину мира, он становится нам ближе. Таким образом, я выделила три вещи, почему истории стоит использовать, чем бы вы ни занимались, рекламой, маркетингом, публичными выступлениями, обучением, бизнесом, любым другим способом влияния, что ли, на умы людей. В чем сила истории? Это три вещи. Они запоминаются, они способны убеждать больше, чем факты и цифры. И они создают личную связь того, кто выступает, с тем, кто слушает. А теперь поподробнее. В 1762 году, 18 век, жил-был в Великобритании известный чиновник и аристократ Джон Монтегю. Особенно же он прославился и остался в истории благодаря тому, что он сутками напролет играл в карточные игры. Сутками напролет. Двухсуточный марафон – это была норма. Единственная вещь, которая его раздражала, досаждала ему, когда он играл, это что ему приходится прерывать партию, чтобы пойти на кухню или куда-то там перекусить, помыть руки. Это был зверски бесило. И он изобрел новаторское на тот момент решение класть мясо, кусок жирного бифштекса между двумя кусками хлеба. И как вы думаете, что появилось благодаря этому? Сэндвич. Это была революция в мире еды, и сейчас это самый популярный вид фастфуда. Вы можете по-разному относиться к фастфуду, но то, что я вам практически гарантирую, что эту историю вы запомните навсегда. Истории запоминаются. Истории запоминаются. Почему истории убеждают лучше, чем факты и цифры? Когда я думала про это, я натолкнулась на такой эксперимент, который произвел журналист, колумнист газеты «Нью-Йорк Таймс» совсем недавно. Его волновал вопрос, почему за один товар мы платим, допустим, $20, допустим, тостер, а за второй 400, и это тоже тостер, одна и та же функция. Почему за что-то мы готовы платить больше? И он решил провести эксперимент. Пошел на блошиный рынок к старьевщикам и накупил кучу всякой требухи, хлама настоящего. Поломанные статуэтки, консервные банки, какие-то неработающие часы. И нанял так называемых литературных негров для того, чтобы каждый из них написал захватывающую историю про каждый из этих предметов. И вывесил на eBay. Что произошло? Буквально за несколько дней он распродал все. Майонезная банка 50-х годов, старая, ну, использованная, естественно, которую он купил за несколько центов, была продана за $51. Конверсия, прибыльность этого бизнеса оказалась фантастической. И также со всеми остальными товарами. Он не поверил себе. Он провел его еще раз 5. И этот эксперимент подтверждался всегда. Те вещи, за которыми мы видим историю, приобретают в наших глазах гораздо большую ценность. И, соответственно, мы готовы платить за них больше. И вам становится это понятно, когда вы вспоминаете дома высокой моды, маленькое черное платье от Шанель или, например, машины класса люкс Феррари. За каждым из них стоит своя история. История убеждает. И вы знаете, опять же, с той же нейрофизиологией, что у нас есть два полушария, левое и правое, одно отвечает за логику и рациональное принятие решений, другое за эмоции. Мы почему-то думаем, что для того, чтобы нас убедить, нужно привести как можно больше аргументов и фактов. Это не совсем так. Решения принимаются правым, эмоциональным полушарием. И потом рационализируются в левом. Мораль всей басни такова. Это не значит, что использовать надо только эмоции. Эмоции, факты и аргументы стоит использовать вместе. Но одних фактов недостаточно. И третий аргумент, почему истории работают, потому что они создают личную связь того, кто говорит, с тем, кто слушает.
часто связан на уровне сердца. Здесь я вспомнила историю, которая произошла несколько лет назад, и, наверное, у многих из вас она тоже была. Есть такая паста Сплат. Когда я ее несколько лет назад купила, развернула упаковку, достала письмо счастья. Я вижу, некоторые кивают. Видели от Евгения Демина, владельца компании Сплат, где он рассказывал историю очень искреннюю, простую и такую настоящую личную историю. Я купила вторую, третью и, в общем, стала ярым поклонником этой пасты. То, что сделал Евгений Демин, вот такое искреннее общение со своими клиентами, с каждым продуктом, маркетологи назвали принципом «новая искренность». Я же считаю, что это самый настоящий сторителлинг, рассказывание историй, которые создаются каждым продуктом. История действительно резонирует с каждым из нас. Сейчас эта компания, кстати, лидер в России на рынке товаров для ухода за полостью рта. И я думаю, к этому моменту вам уже понятно, что да, истории работают, да, их стоит использовать. И, наверное, хочется узнать, как в том, чем вы занимаетесь, вы можете действительно использовать истории, рассказывать их ярко и интересно. Удивительно здесь одно дело. Вот представьте, что у нас был бы самолет, который мог бы перенести, машина времени летающая, которая могла бы нас перенести в любое время, хоть 20 тысяч лет назад, в любую точку планеты. Вот куда бы мы ни перенеслись, с каким бы народом мы ни стали общаться, вас бы поразило, что эти люди рассказывают истории, которые мы понимаем. Все сказки, о которых я говорила, легенды, притчи, мифы, современные произведения в жанре фэнтези, блокбастеры, детективы, рекламные ролики, хорошие рекламные ролики, строятся по одному и тому же сценарию. Мир меняется, история остается вечной. И какой это сценарий, спросите вы? Вот представим, что вы пишете текст или готовите выступление, или, может быть, сочиняете роман. Какой структуру вам стоит использовать? Есть 5 вопросов, которые вы можете задать себе, когда вы пишете этот сценарий. Первое, выберите героя. История – это приключение героя. Кто герой вашей истории? Второе, выберите среди огромного количества событий, которые случаются в жизни, именно то, которое, торгаясь в жизнь, мешает герою оставаться на том месте, где он был, которое заставляет его поднять свою 5-ю точку со стула и куда-то идти. И после чего у героя возникает миссия, цель. Задайте себе вопрос, чего он хочет. И дальше герой начинает действовать, встречается с препятствиями, преодолевает их. И в какой-то момент наступает самый-самый главный кризис персонажа, который он решает, совершает самый большой, возможный, самый верный, наверное, в своей жизни поступок. Главное событие – кульминация, после чего его жизнь не может быть такой, как прежде. И история – это путь трансформации. В конце должно быть понятно, что человек, компания изменилась, изменилась ситуация, изменилась его жизнь. Вот это очень классический, известный давно, но часто неиспользуемый людьми сценарий любой истории. Я учила этому, учила сторителлингу, но по-настоящему нахлобучила меня сила истории, когда это коснулось меня самой. К 30 годам, своим сейчас мне 31, я подошла уже достаточно известным тренером с успешной собственной школой ораторского мастерства. 7 лет я была счастлива замужем. А в 30 лет случается с людьми кризис, переоценки ценностей. В какой-то момент я просыпаюсь, понимаю, что рядом спит человек совершенно чужой. Я не знаю, чем с ним разговаривать вообще. Мы живем разными жизнями. И
очень скоро мы развелись. А потом я приходила со своих тренингов, с лекцией, с ощущением, что я людям вру. Это ужасно. Когда ты учишь людей понимать, что ты людям врешь. И оно, я не могла от этого избавиться. Случилось еще много разных событий, после которых я поняла, что надо начать все с чистого листа. Я собрала вещи, купила билет в Соединенные Штаты, решила переехать туда. Думаю, ну вот там-то начнется другая жизнь. Вот там-то я смогу избавиться от этой затяжной депрессии, которая длилась полгода. И в последний момент, уже сидя на чемодане, я получаю письмо, в котором становится понятно, что меня там никто не ждет. И тут будущее, созданное перед глазами, рушится, а в прошлом я уже почти закрыла свой бизнес, школу и сожгла все мосты, а в настоящем только депрессия и пустота. И вот это как в анекдоте, когда она достигла дна, с тобой с той стороны на постучали. И мне звонит мой друг, знакомый, сценарист и писатель по счастливому стечению обстоятельств. И я ему рассказываю, что со мной происходит. Он говорит, ну слушай, ты же сама знаешь, из чего строится история. Давай-ка отвечай на эти 5 вопросов. Кто героиня? Чего она хочет? Что делает? И тут я понимаю, что история-то, она вообще не закончена. И кульминация еще не наступила. И тем более развязка. И что сейчас я могу сама решить, чем эта история закончится. И прошло полгода, хэппи-энд еще не наступил. Но сейчас, когда со мной происходит что-то, чему я не могу найти применение в своей жизни, когда я наступаю на какие-то грабли, я задаю себе вопрос, частью какой истории это является? А какую историю я сейчас пишу? Трагедию, комедию или драму, как-то вещи становятся яснее. Вот вы уйдете сегодня, да, мне нравится очень одна фраза, которую сказал комик Фред Аллен, что человек — это история, обтянутая кожей. И мне кажется, это так. Человек — это история, обтянутая кожей. Когда вы придете домой с этой конференции, или когда у вас случится событие, с которым вы не знаете, что сделать, задайте себе вопрос, частью какой истории это является, какую историю я пишу прямо сейчас. Спасибо.